Да. Здравия желаю, полковник. Здравия желаю. Полковник, ну откуда вот это гостили? А куда попали? А я куда попали не знаю, ну мне уже люди позвонили, сказали откуда били. А откуда били? Проспект Мира и Стройдеталь, какой-то поселок есть. Проспект Мира? 4 миномета отработало. Попали туда, да? Нет, били, наверное, оттуда. Неверно. Попали... Неверно. Я вспышки видел. Объездная это самое, от Ашана до этого самого до моста. От Ашана до моста? Да. Это ложились или били оттуда? Били оттуда. А, оттуда гасили? Да. Я видел вспышки. Я понял. Ну вот полиция. Ну зачем такая полиция нам вам надо? Я не пойму. Что есть полиция? Там рядом блокпост Востока стоит. Там буквально в полкилометре блокпост Востока. Они 15 минут били. Ну и что, неужели нельзя было поймать? Можно было, потому что это бьют наши. Наши бьют. Я знаю, что с миномета обстреливают Донецк наши. Это я все знаю. Вот тебе ответ, почему Восток не поймал Восток. Все понятно. Я понял, полковник.